На високом уровне играли, поэтому мы получили такой результат и мы выиграем, конкретно выиграем Азербайджан. Мы очень голодны в игре, мы хотим отбирать мяч, а мы высоко прессинговали, получили несколько там 2-3 мяча, которые не ошибались, и мы получили реализовать, поэтому что не хватало на первой две игры, мы
реализовали на этой игре против Азербайджана. Ну, конечно, это просто сборная. Ну, на два дня мы собирались, тренировались. Ну, конечно, внутри соревнований каждой игры будем выше, выше, выше. Поэтому, я думаю, 5-2 – это хороший результат. Ну, я считаю то, что, как говорил ранее тренер, кто раньше проснется, тот и победит. И так и сложилось. Мы раньше проснулись, использовали свои моменты, в то же время, как соперник не использовал свои. И в том числе подключение Игиты, я считаю, ну, ключевые как бы комбинации в нашей команде. Они сыграли свою роль. Пару мячей мы точно забили с его подключением. Итог – победа. Турнир супер, а команда тоже это, ну, между 10 в рейтинг мира. Да, конечно, очень хороший Кубок Каспия, было очень хороший для нас тоже подготовители турнира отборочной игры чемпионата мира. Для нас только плюс.